Конечно, с меня. Сегодня буду снимать видео, как сделать ос с контуром, с нормальной палитрой. То, что я многие такие типа сказали, как ты сделал бледную пони контур. Вот я сегодня покажу. Так, сначала мы должны придумать как бы ее историю. Если это будет уже постоянная основа, это будет не постоянная, это будет просто. Хотя нет, давайте создадим постоянно, но историю я придумаю потом сама. Внешность. Просто на единорог контур, чтобы сделать просто вот сюда вот надо. Сейчас мой любимый цвет. Вот сюда вот надо нажать. Вот так. Опа, видите, контур появился. Так. Ну, сейчас мы выберем и палитру. Палитра, нам будет палитра желательно брать вот где-то вот в этих вот местах, потому что тут как бы контур, видите? Контур как бы вот нормально. А если вот мы выберем такую палитру, видите, контур виден. Если мы сделаем так, тут вообще это ужас. Это был бы один бы ужас. Вот. Так, тело у нас будет вот голубоватым. Вот. Да. Можем чуть-чуть вот таким вот сделать. Палитра должна быть именно вот почти такая. Вот такого вот оттенка. Темный, потому что как бы ну, контур. Вот. Прошу прощения, я болею. Вот, дальше. Ну, типа, уши нам не надо, уши это и так нормально, но уши чуть-чуть будут сейчас чуть посветлее, чем тело. Типа, градиент у него туха будет нормальная. А, конечно, смотрите, вот как у Нины, вот крыло, допустим, да. Допустим, это крыло. Вот это вот все красное, а это ну, по цвету кожи, бело-серое. Это градиент. И вот у нее то же самое. Вот тут вот у нее будет под цвет кожи, а тут темнее, светлее, светлее и светлее. Вот. Так, дальше волосы. Волосы мне нравятся таким. Давайте сначала все лицо сделаем, потому что лицо как бы глаза будут фиолетовые. Ресничку желательно одну, но я убираю. Вот она у нас будет такой злой. Ладно. Будет она у нас. Я даже не знаю, какую ее сделать. Сложно. Ну, она типа будет вот такой. Да. Мы сделаем ей вот так. Веснушки у нее будут. Ну, под цвет кожи как бы, а кожа у нее. Вот так вот. Не сильно будет видно то, что у нее веснушки. Давайте лучше ее посветлее сделаем чуток. Да, вот где-то так. Вот, желательно вот в этих вот местах уже. Сейчас покажу. Ну, только еще вот в этих местах. Ладно. Продолжим. Дальше у нас волосы. Волосы я тоже сделаю как градиентом, только мне нравится вот такой. Волосы у меня будут темно-синие. Темно-синие. Вот так. И контур. Обязательно делайте контур. Вот обязательно. Потому что без контура никак. Так. Мы будем делать чуть, будем делать светлее, светлее и светлее. Так, это уж слишком светло, мы должны чуть-чуть потемнее, вот так. Дальше мы копируем этот цвет, вставляем его сюда и вот так вот. Зайдет. Ищем контур, вот.
Копируем. Сори, если слышны, ну, если слышна мышка. И вот, вот так вот. Вот так. Я сейчас сделаю хвост и прическу и подключусь к вам. Вот. И поскольку у нее магия будет такая темно-синяя, то мы ей сделаем темно-синий вот такие вот контур. Дальше аксессуары. У нее будет шапочка. Шапочка, допустим, у нее будет темно-красный. Темно-красный вот такой. Так, у нее будет бантик. Да, вот. И бантик такой вот. Дальше у нас толстовкой, конечно, не надо. Ну вот. Сделаем мы, пожалуйста, пожалуй, нет, давайте без одежды. Да, давайте без одежды. И бантик на попе. Сделаем тоже темно-красным. Вот. Ну, это нам, в принципе, не нужно. Кьюти-марочка, как у Нины. Будет у нее. У нее не такой посветлее. Крест. Капли крови. Да, это Кьюти-марочка, но нет, она типа будет вода, что ли. Да, вода, типа, она может, ну, типа, стихия вода. Это типа вода. Как мы вот так сделаем? Это типа дождь. Дождь. Типа дождь. Да, вот так. Ну вот, и можем сделать моей градиент ногу. Да, давайте сделаем. Ну, в принципе, я могу. Ну, он показывает, как делать градиент или нет. Ну, давайте я вам покажу. У нее будут ноги светлее и светлее. Не так, как у нормальных пони, там темнее и темнее. У нее будут светлее и светлее. Вот. Ну, вам, наверное, могу не показывать, как делать градиент. В принципе, это должны все знать. Да. Ну давайте все-таки покажу, как я делаю градиент. Да, я все-таки покажу, как я делаю градиент, а потом уже. Потом уже, может, по сим сниму, я не знаю. Так, вставляем и делаем чуть светлее. Чуть-чуть светлее. Вот так. Ну, уже почти под цвет, но нам такое не надо, нам надо такой вот. Вот. Вот что у нас получилось. Да. Я хотела бы, чтобы она была Пегасом, но, блин, нет, я не хочу, чтобы она была Пегасом. Фенечка. Вот фенечка. И у нее будет уськи. Нет, у нее ух есть уже. Вот, и придумываем ей имя Беверли. Беверли. Откроем ВК. Основы. Вот. Заходим и играем. Ну, типа, подарочки соберем. Тут мой пони так странно смотрится среди других, потому что она такая темненькая, а все остальные светленькие. Кто интересен на территории Крипи? Давайте потыкаем в нее, это моя подруга.
Опа. Там подарочек. Вот теперь вы понимаете, как я Нину создавала? Я создавала ее больше часа. Это сложно. Это сложно. Это очень сложно. Сори, что тихо. Потому что у меня мама дома. Да. Дедушка Мороз побежал. Кстати, до Нового года осталось 9 дней. Я планирую снимать клипы, но у меня нифига программа никакая не качается вообще. Какая программа не качается? Я потом посмотрю, как на ютубе, как делать клипы пони без программ. Я одну программку нашла, но блин. А, там сложно, там очень сложно. Оп, и у меня нету. Бежим. Димон. И сейчас все оглохли. Так. У меня уже 3521 подарок. Да, мало. Надо больше. Блин, вот я не люблю ночь, потому что палитра, она изменяется. Она потом изменяется, то есть она становится темнее, и она как бы и пони не выглядит такой прикольной. А, подарок забрали. Подарок мой! Ахаза! Я его забрала. Опа, подарок. Оп, еще один. Мое. Подарочек. Ну, типа, в принципе, что ли, все? Я не знаю. А, подарок забыли. У меня есть скин Снегурочки. Он убогий, да. Блин, забрали. Ого, сколько подарков, капец, я в раю. Господа, я в раю. Ха-ха, там пацан на Кагикау очень сильно похож. Кто не знает, что такое Кагикау, Кагикау это пацан из Крипипасты. Да. Боже. Я не знаю, что делать на 200 тысяч. Ой, на 200 тысяч. На 200 подписчиков. Нина уже замечталась. Сейчас напишем, узнала она мной. Давай. Сейчас, давайте. У меня ВК открыт, она сразу догадается, кто я. Оля. ВК открыт. Это мой ос. Новый ос. Чего-нибудь. Кстати, ты попала на YouTube, ты попала на YouTube, ты попала на YouTube. Она в шоке. Когда? Вот прям сейчас. Эти где обучать посадить? Сейчас видео идет.
Пандиком Форема. Подарочек. А дай... О, уже 35 3550. Сорян. Бывает. Тишина. Тишина. Ладно. Я, ну, может, это закончу. А, Evan Gold? А, это фейк. Evan Gold не такая. Ну, так вот. Что я хотел? А. Добавляйте меня, пожалуйста. А, спалила. Добавляйте, пожалуйста, меня в ВК. Да. Пожалуйста. И в группу в ВК добавляйте. Подписывайтесь. Да. Тут уже 109. И... подпишитесь на мой канал. Фейк, фейк. Фейк. Мяукает. Танцем Ванина. Давайте отойдем, я напишу Матомини. Вот какая я на свету, вот картина тебя больше на свету находится. Давайте в угол куда-нибудь запихнем себя. Вот. Матомини. А ну что-то.